зимние-весенние. На сегодняшний день дождь группа, это мы, Аня Студеная. Управление ФСКН России по городу Москве. А вы не слово можете спеть? Не, мы ее не... Вот мы ее не... Мы к пасхальному, если только срепетируем, мы не сможем ее спеть сегодня. Сейчас будет вместо Никола новая глава. Мы пили на Рождественском, там тоже можно хлопать. Она такая, ну, ритмичная, веселая песня. Главное ее сыграть нормально. Новая глава. Хотя там поется о том, что про смерть. Ну, конечно. Но на самом деле, опять же, там поется как раз о смерти в смысле жизни. То, что ничего не заканчивается смертью. Вот, опять же, если жить так, чтобы не было мучительно больно. Вот. Так что, ну, на всякий случай предупреждаю, если вдруг кто-то там услышит слово смерть, решит, что это... Нет, это наоборот такой позитив. Поскольку такая перспектива. Но, естественно, для этого надо жить полной жизнью, чтобы встретить смерть так, чтобы она показалась каким-то вот встречей с новым миром и с новой жизнью. Но мы верим, что будет именно так. Ты готова? Итак, давайте поддержим все-таки Аню. Она старается, и тяжело ей, вот, всячески гоняю, мучаю. Вот, поэтому сегодня ее праздник. Давайте ей хоть подхлопаем. Давай, Аня. Новая глава. Пирана, прогулка.
жизни новая глава. Слышишь старые слова, шепчет юная листва. Сыграла. Большое спасибо за то, что вас так немного, но зато чувствуется поддержка. Хоть мы вас чуть-чуть заставляли, но вот